На прием к начальнику Главного управления здравоохранения Гомельского облсполкома Игорю Баранову мазырянка Анна Булаш записалась заранее. Уже после беседы с руководителем честно призналась, быстрого решения личных вопросов не ожидала. Но время визита в райисполком потраченным зря не считает. Я посещением довольна, я просто не рассчитывала на то, что мне прям сразу дадут ответ, потому что у меня вот такой вопрос. И не на тот сразу не дадут ответ, просто что я была там в радиологическом центре на обследовании, и все заключения были сделаны кандидатами наук, понимаете. И, собственно говоря, наша поликлиника вторая, она тоже очень хорошо пошла навстречу, просмотревшие все это, там практикующие врачи. Ускорить решение проблем граждан на местах – главная задача руководителей госорганов областного и республиканского уровня. Выездной прием в Мозырском райисполкоме параллельно с Игорем Барановым провела заместитель начальника Главного управления образования Жанна Жданович. Как и медицина, школьная тема всегда на пике популярности. При этом специалисты выделяют такое понятие, как сезонность вопросов от граждан. Вы знаете, есть такой календарный цикл, когда начинается учебный год, мы называем их тематический блок вопросов, который поступает. Это вопросы в первый класс приема, хотим учителя именно этого, а не этого, хотим именно в эту школу. То есть вот таким потоком, когда заканчивается учебный год, это май месяц, июнь месяц, это экзаменационная пора, это оздоровление детей. Самое главное, что, над чем мы работаем, чтобы все вопросы решались на местном уровне, то есть в местных исполнительных органах власти, в отделах образования, на местах. Личный контакт представителей власти с населением – одна из самых удобных и востребованных форм работы. Еще один вариант обращений – электронные. Задать свой вопрос каждый желающий может через форму обратной связи на официальных сайтах госорганов. И обязательно вы получите ответ. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».